18 июня в Ясиноватой состоялось открытие большой спортивной площадки для детей. Примечательно, что площадка находится на окраине города, и у детей, проживающих там, появилось место, где они могут играть и заниматься спортом. Поле для мини-футбола, песочница, горки, качели, карусели – все это теперь приносит радость ребятам и их родителям. Буквально месяц назад на месте спортивной площадки была большая свалка. Более 300 тонн мусора было вывезено оттуда в кратчайшие сроки, когда местные жители обратились в администрацию города с просьбой организовать на этой территории место для отдыха. Главной целью создания детской площадки, по словам главы администрации города Ясиноватая Дмитрия Шевченко, является отвлечение детей от войны, которую они каждый день слышат и видят у себя за окном. В последнее время в рамках Донецкой республики, в частности, город Ясиноватый, у нас увеличилось огромное количество обстрелов в разы. Я бы даже, наверное, сказал, это не расстрел, это уже, ну, это фактически да, не обстрел, а расстрел. Да, потому что военных, вы сами видите, здесь ну, присутствия их ну, фактически здесь нет. Даже представить здесь инфраструктуру, где бы они находились, ее тоже нет. Да, поэтому хочется поднять моральный дух, потому что все находятся на месте. Вы сами прекрасно видите, сколько людей сегодня пришло. Поэтому с целью того, чтобы действительно помочь, чтобы дать нормальное занятие детям в неурочное время. Ну, естественно, для того, чтобы немножко поднять дух, да, поднять настроение. В день открытия площадки состоялся матч по мини-футболу среди школ Ясиноватой за кубок главы города, а также соревнования по дартсу. Несмотря на жаркую погоду и палящее солнце, ребята активно играли на поле и забивали победные голы. Мне нравится, что открыли эту площадку. Я люблю играть в футбол. Классно, что ее открыли. А пока мальчишки играли в футбол, девчонки болели за команды своих школ, а также не упустили возможности прокатиться на новой горке и качелях. Я болею за нашу команду. Она, в общем, классная, и мы за нее очень сильно болеем с девочками. Выбрали 5 человек, и мы болеем за нашу команду, и мы надеемся, что они победят. Я очень рада, то, что тут такие качели, и тут вообще, я не знаю, кто такие эти люди, кто открыли, но я очень благодарю их, то, что тут можно приходить. Я тут сюда буквально каждый день прихожу, и тут гуляю, и тут очень классные качели, тут очень классная площадка. Я очень благодарю тех людей, которые построили эту площадку. Теперь благодаря администрации города Ясиноватой деткам даже на окраине есть где играть и заниматься спортом. Анастасия Ковалева, Алексей Полянский, Новороссия ТВ.